Симбирская епархия начала работу школа тележурналистики «Мост». Проект стал победителем грантового конкурса, и теперь здесь всех желающих будут обучать секретам профессии совершенно бесплатно. Зачем епархия эта школа, чему научат в ней новобранцев и кто станет преподавать им азы телемастерства? Об этом расскажут наши коллеги. Первый раз в первый класс. Расхожая фраза здесь не вполне уместна. Многие из тех, кто пришел сегодня сюда, уже пробовали себя в медиасфере. Кто-то трудился в школьной телестудии, кто-то действующий работник пресс-службы, а, к примеру, Сергей разрабатывает свой сайт для мам. Он надеется, что обучение в школе «Мост» поможет сделать ему интернет-площадку интереснее и удобнее. Чтобы посетителям данного сайта дать возможность именно слушать материалы, слушать интересные рассказы в дороге, за рулем, дома, делая, занимаясь какими-то, значит, домашними делами, так как аудитория сайта – это мамы. Вот. И, соответственно, это касается аудиоподкастов. И, соответственно, чтобы предлагать всем качественные видеоматериалы по заданной тематике. На вводном занятии звучит главный вопрос – зачем это нужно? Его участники проекта задают друг другу, знакомясь и обмениваясь идеями. Но почему именно в Симбирской епархии решили открыть эту школу? На этот вопрос отвечает один из ее создателей. Это попытка собрать людей, которые хотели бы писать, говорить, рассказывать о современных актуальных социально значимых процессах, о жизни Русской Православной Церкви, рассказывать историю о каких-то людях. И наша задача в том, чтобы дать им инструменты, чтобы дать им навыки, необходимые для этого, и помочь продвинуть их идеи от, собственно, концепта к реализации ее. О том, как писать интересно, снимать красиво и монтировать правильно, ребятам расскажут профессора университетов, работники федеральных и региональных телеканалов, представители русской службы BBC. Так, на первом же занятии будущие тележурналисты узнали, что такое сторителлинг, или по-другому искусство рассказывать истории. Я буду говорить о том, кто такой персонаж, сколько их может быть, как они развиваются, что меняется внутри их и как написать ту историю, которая будет интересна зрителю, слушателю, вашему читателю на страничке в Инстаграме, когда вы пишете. Потому что мы все, по большому счету, вот эти рассказчики. Впереди у ребят более полугода занятий. В списке дисциплин – история тележурналистики, звукорежиссура, сценарная драматургия и многое другое. А по окончании курса в качестве дипломных работ им предстоит выпустить собственные документальные фильмы, сюжеты и телепрограммы. Елена Гончарова, Владислав Фролов, Симбирская метрополия.